Который я вам показывала. А вот с этой стороны сам замок начали реставрировать, но реставрация пока чуть-чуть приостановилась. Нехваток денег опять в бюджете. Эту часть они отреставрировали. Говорят, вообще вот это здание через где-то конца. А вот та часть, она совсем разрушена, и ее, скорее всего, уберут, сказали. А вот это вот просто реставрируется, без зданий не оставляют. А там уже так ничего не осталось от первого.